нас 3 лидера, там было 4 лидера, но Валентина проиграла, осталось у нас 3 лидера, здесь я не помню, Евгений Минаев и Настя Нашева, они играют по плюс 3 на данный момент, поэтому представляет уже таким уже с отрывом. Интересно, что на следующем туре? На следующем туре у нас ожидается Гунин и помнящий, такая боевая партия, Дреев, Фонкин, Звягинцев и Наркиев, Найя Попков и Сашенко и Рязанцев. То есть пока вот зрители не играют между собой, но, кстати, они проходят параллельными курсами, да, поэтому... А потом уже вот, в восьмом туре уже будет Энергии Знаю, это уже стыковая, да, стыковая, поэтому там будет интересно, может быть, уже в этой партии распределение мест по второй тройке. Но пока вот эти трое оторвались немножко, поэтому сейчас...